Всегда к чему-то серьезному, возвышенному, классической музыке, Даргамышской, Чайковской, Римско-Корсаков, Глинка. Да, Глинка. Значит так, здесь нотки сложные, но не очень. Вот здесь огромное жирное пятно, вы, значит, не играете. Зачеркиваем. Зачеркивать не надо. А вот здесь, видите, кусочка нет, вот. Вы его представляете сюда, потом будете играть. Как вот. Я представлю, он не будет держаться. Я отдельно вот даю. Не надо отдельно, надо вот так. Все. Приклеили, и нормально. Значит, я вас попрошу, смотрите внимательно. Здесь, значит, вот это вот не играете, конечно, потому что... Зачем черкать чужие ноты? Ну, если не играем, зачеркнем. Еще куда раз, дальше? Дальше куда идти? А дальше очень просто. Берете вот здесь вот двумя пальчиками, здесь двумя пальчиками. Перевернули с этой стороны, все, не играете, тоже можете с этой стороны играть, с этой нет. Перевернули обратно, это не играете, это играете, это играете, это не играете. Вот сюда и дошли. Пошли сюда. Туда не надо идти, там темно-вишневый шаль, там женский роман. Давайте начнем. Давайте. С нотками осторожнее, не испачкайте. Глинка. Попутная песня. Принесли тоже полную папку нот, поете одну песню всего. Для чего вот эта макулатура вся? Обязательно надо со мной пререкаться, когда я стою в образе. Так, начали. У меня ботинки жмут, вы понимаете, новые ботинки. Надел новые ботинки и не могу петь. Меня это не интересует. Ну хорошо, пошел. Опять пошел, что значит пошел? Это говорят, пошел. Ну поехали все. Поехали. А дальше, ага. Что вы сыграли? Это темно-вишневая шаль, это женский романс. Я же вас просил сыграть, не переворачивая. Вы перевернули. Это темно-вишневая шаль. Я женский романс принципиально не пою давно. Знаете, здесь принцип ни при чем. Давайте пойте. Я уже сыграл вступление, теперь, значит, уже некуда деваться. Все. Последний раз. Давайте. В этой шали я с ним повстречалась. И меня он любимой назвал, что мы поем. Романс. Я стыдливо лицо закрывала. А он нежно меня... Кто вас прислал? Администратор. Целовал. Кто меня прислал? Кто вас прислал? Не ваше дело. Говорил мне, прощай, дорогая, расставаться с тобою мне жам. Слушайте, я давлюсь. Слышу. Сыграть на полтора тона я вас просил сыграть. А я так и сделал полтора тона. Попутная песня, во мне это сыграли. Вы все сказали полтора тона, а все, я отпустил, мне вообще. Как лицу тебе слышишь, родная, это темная вишня. Сейчас же мои ноты. Я нашел уже. Ну, поставьте их и играйте. Повторяем. Глинка. Темная вишня. Попутная песня исполняется впервые. Что значит впервые? Ее поют уже 150 лет. Мною впервые. Это волками давится паровоз, без разорвания, неожидания, нетерпения. Ожидания, нетерпения, не торопитесь. А веселится и ликует весь народ, и быстрее, чем чем-воле, поезд мчится в чистом поле. Перед столбом кипит дымится паровоз. Паровоз, не торопитесь. Пестрота, разгул, волнение, ожидание, нетерпение. Веселится и ликует весь народ. Веселится и ликует весь народ. И быстрее шепчет воля, поезд мчится в чистом поле. И быстрее шепчет воля, поезд мчится в чистом поле. Поезд мчится в чистом поле. Сдвинуть немножко, нельзя ли сдвинуть? Не возможно.
неужели страдальца манят? Здесь ясные очи, так ярко горят. Чем мне тут нужно вообще? 20 лет я мучаюсь певца. Приходят порою и шепчешь невольно, как долго, как долго. Будете сами сейчас догонять. Конечно. Ветром Как вы можете? Не стыдно вам, хулиган?